«Степной ужас». Автор рассказа Александр Бушков. Случилось это в самом начале сентября 1942 года, в степях примерно на полпути между Сталинградом и Астраханью. Можно показать приблизительно место на карте, но вряд ли в этом есть необходимость. Согласны? Ну вот. Обстановка на нашем фронте сложилась тяжелейшая. Немцы прорвались к Сталинграду, и там начались ожесточенные уличные бои. Тогда никто не знал, удастся ли немцам переправиться на другой берег Волги, не станут ли они развивать наступление дальше, к устью Волги и Астрахани. В июле как раз вышел знаменитый приказ Ставки номер 227 «Ни шагу назад». Что бы там потом про него не талдычили во времена хрущевской оттепели, не к ночи будет помянуто, а он сыграл огромную роль в том, что наши перестали сплошь и рядом отступать без всякой необходимости. Так и в армии тогда же говорили, без всякого принуждения со стороны злобных особистов и комиссаров. Уж я-то знаю, я сам бывший особист, а потом и смершевец. Так вот, я тогда служил в особом отделе дивизии, занимался в основном специфическими вещами, в тесном взаимодействии с войсками НКВД и их соответствующими органами, занимались главным образом басмачеством. Ну да, басмачи сугубо в Средней Азии, но очень уж удачное было словечко, мы его меж собой широко использовали. Неофициально, конечно. В документах использовали совсем другие термины – вражеские пособники и бандформирования. А по сути, это было самое натуральное басмачество. Абвер прямо-таки в массовом порядке сбрасывал на парашютах агентуру и немцев, и ссучившихся местных, и они со всем усердием пытались организовать банды, как правило, конные. Другим в степях нечего и делать. Маломальски широкомасштабное движение им так и не удалось наладить, но там и сям банды все же появлялись. Мы делали все, что могли, но перехватить при приземлении всех абсолютно парашютистов и грузы с оружием, боеприпасами и взрывчаткой было бы нереально. В этот раз мы втроем, все командиры, слово «офицер» тогда еще не было введено в употребление, поехали на козлике в вездеходе ГАЗ-67 километров за 80 от областного центра. Нужно было во всех деталях обсудить с местными товарищами, как в ближайшее время встретить очередную группу парашютистов. Подробностей я вдаваться не буду. Вряд ли они и по сейчас секретны, и просто стандартная история, не раз в романах писали и в кино показывали. Перевербованные немецкие агенты, радиоигра. Ну, конечно, как всегда, до последнего момента было неизвестно, правду ли нам рассказали допрашиваемые о сигнальных кострах времени и вместе высадки, или не пронюхали ли немцы, что их агенты запоролись. Иногда самолеты не прилетали, а иногда на сигнальные костры вместо парашютистов или грузов и бомбы сыпались. По-всякому оборачивалось. Хотя большей частью игра получалась в нашу пользу. Но никогда нельзя было сказать заранее. Обговорили все вдумчиво и обстоятельно. Выехали назад в расположение части, в тот областной центр. Где-то на середине пути с нами и случилась крупная неприятность. Из-под капота вдруг поползла струйка буроватого дыма. Мотор работал исправно, скорость была прежняя, но дым быстро густел, валил все гуще, так что машина очень быстро стала похожа на подбитый самолет. Прошла какая-то минута, и стало ясно, что дальше так ехать никак нельзя. Витя Махов затормозил, выдернул ключ из зажигания, а мотор по-прежнему молотит, дым гуще, тут уж все стало ясно. Я водил машину, и автомобильные моторы знал неплохо, так что крикнул: «Стартер замкнуло, точно!» «Сам вижу!» – сквозь зубы отозвался Витя, и мы кинулись поднимать капот. И точно, стартер полыхал вовсю. Витя сорвал провода с аккумулятора, и мотор заглох. Я сшибал огонь куском брезента и довольно быстро с ним разделался. Коломийцу работы не нашлось, и он суетился возле нас, чтобы не стоять столбом, подавал какие-то советы, абсолютно бесполезные. Справились. Провода загореться не успели, пламя в движок не пошло, но все равно мы бесповоротно перешли в пехоту. И ржаветь тут машине до скончания века, никто не будет ее отсюда вытаскивать, не бог весть какая ценность. Вот так и остались мы на своих двоих посреди необозримой степи. Вечерело. Тишина стояла такая, что аж в ушах звенело. Обсудили кратенько свое положение, уж никак не безвыходное и отнюдь не трагическое, и даже не тяжелое. Собственно говоря, ничего страшного. От областного центра, куда мы возвращались, было всего-то километров 40.
Карта и компас у нас имелись, ориентироваться на местности умели. Не стоило тащиться по темени, заночуем здесь, а с рассветом тронемся. Должны добраться к своим еще до темноты. А если объявится какая банда, у меня был только пистолет, а у Вити с коломийцем еще и автомат ППД, Дегтяревы. Первый образец, поступивший на вооружение до того, как большой серии пошел ППШ. И по запасному диску. Ну и по гранате у каждого. Так что еще посмотрим, какой будет расклад. Даже ужин получился. Не особенно роскошный, у нас была банка тушенки, пачка гарлет и кусковой сахар в тряпочке, но все же заморили червячка. Жалко, не было чайника. Рядом были заросли прошлогоднего сухого кустарника, но огонь мы решили не разводить. Костер в степи видно далеко, могли пожаловать непрошенные гости. Стемнело. Как всегда бывает вдали от больших городов, небо было усыпано крупными звездами. Полная луна стояла высоко, так что светло, хоть иголки собирай. Мы покурили и, почти не разговаривая, сидели в машине, добросовестно пытаясь дремать. Удобнее всех расположился Витя Махов. Ему досталось все заднее сиденье, так что он мог полулежать. Стояла тишина. Только покрикивала вдалеке какая-то ночная птица, и не верилось даже, что где-то есть города, железные дороги и прочая цивилизация. Тишина стояла. Даже птица больше не кричала. И тут посреди этой покойной тишины неподалеку послышались новые звуки, странные какие-то, ничуть не похожие на обычные степные, словно совсем близко волокли что-то невероятно тяжелое. А потом послышалось шипение, словно из чайника рвалась струя перегретого пара. Вот только издававший такие звуки чайник должен быть великанских размеров. Так мощно шипят паром паровозы. Но откуда здесь в дикой степи взяться паровозу? Тут, может, еще 100 лет рельсы не проложат. Шипение повторилось, такое же громкое. «Слыхал?» – чуть ли не шепотом спросил Витька Махов. «Слыхал», – ответил я тоже почему-то чуть ли не шепотом. «Что за хрень?» «Непонятное что-то», – сказал коломиец. «Это не волки и уж точно не люди». Тут на меня накатило, что ли, нахлынуло. В самом деле обрушились, как волна, захлестнули с головы до пяток чувства и ощущения. Каким на человеческом языке и слов-то не подберешь. Нечто вроде тоскливого ужаса перед чем-то непонятным, исполинским, грозным. Осознание своего полного законченного ничтожества. Ничтожности перед неведомой злой силой, полной беспомощности, беззащитности перед опасностью, с которой в жизни не сталкивался. Меня словно парализовало всего. Не мог шевельнуть и пальцем. Подумал, что надо бы расстегнуть кобуру. Чтобы там ни было, оно живое, оно приближается. Но не мог протянуть руку. Как сидел, привалившись спиной к колесу, так и остался сидеть. И все явственнее был шелест раздвигаемой травы. Уже совсем близко. Травы там были буйные, в рост человека, а кое-где могли и с головой укрыть всадника. Шелест и шипение раздались совсем рядом. И все тот же звук, словно волокли что-то неимоверно тяжелое. А потом... В жизни не видел такого ужаса. А ведь на войне чего только не навидался. Я прекрасно видел в лунном свете этот ужас. Метрах в 5 от меня поднялась из травы змеиная голова, а за ней и тело. Только голова была побольше лошадиной, а туловище толщиной с телеграфный столб, не меньше. Змеище испустило короткое могучее шипение, ее глазищи выпуклые, огромные, с вертикальным зрачком, светились тусклым зеленоватым гнилушечьим светом. Казалось, она таращится прямо на меня, заглядывает в самую душу. Да сколько там осталось этой души? Не душа, а душонка, как свернутая в комок тряпка, подавленная этим паническим ужасом, злой волей этой невероятной гадины. Все было наяву. Я оцепенел от ужаса, не в силах шевельнуться, не в силах достать пистолет. Понимал, что мне приходит конец, но не мог ничего поделать. И тогда совсем рядом длинно застрочил автомат. В тишине выстрелы казались оглушительными, как артиллерийские залпы. Очередь казалась бесконечной, и я видел, как пули разносят змеиную башку, как задергалось ее тело. Змеище грянулось оземь совсем рядом со мной, в какой-то паре метров. Тяжелое тело билось, выгибалось, конвульсивно елозило по земле, колыша траву на значительном протяжении. Потом из-за машины, рыча что-то нечленораздельно матерное, выскочил Витька Махов и подбежал совсем близко, стреляя и стреляя в то, что осталось от змеиной головы. Патроны в диске кончились. Щелкнул затвор.
Тогда только я почувствовал, как с меня словно сползло оцепенение. Встал, кажется, пошатывало. Ощупью нашел застежку, вытащил пистолет, показавшийся невероятно тяжелым. Что было бессмысленно. Сразу ясно, что со змеюгой покончено. Витька еще сгоряча давил на спуск, но опомнился, опустил автомат. Змеища все еще билась, в точности как пропоротая вилами гадюка, но все слабее. Коломеец тоже с пистолетом в руке сделал маленький шажок вперед, выдохнул. «Мать твою, что за тварь!» Под искромсанной пулями головой быстро натекала темная лужа, пахнущая остро, незнакомо. Только сейчас меня стала бить крупная дрожь, и появилось ясное осознание происшедшего. Такого не могло быть, но оно только что случилось. Мысли путались, все еще колотила затухающая дрожь, но я довольно быстро превозмог себя, всякого навидался на войне. Ну, змеища, ну, громадная, но я видывал виды и почище. В конце-то концов, прикончить ее оказалось очень легко, и никого она не успела сожрать. А в том, что она хотела нас сожрать, я не сомневался. Такой уж у нее был вид. Мы для нее были не более чем добыча. Змеи травкой не питаются. Читал я кое-что к тому времени про южноамериканских анаконд. И про удавов тоже. Такая же анаконда, только, надо полагать, сухопутная. Схарчить хотела тварь, понятия не имея об автоматах и оружейнике Дегтяреве, дай ему бог здоровья. Постепенно отпускала. И, пряча пистолет в кобуру, я с радостью отметил, что пальцы уже нисколечко не дрожат. Коломеец, я видел, тоже уже оправился. Витя сменил диск. У наших ног все шире расползалась остро пахнущая лужа змеиной крови, и мы отступили на пару шагов. Змеиное туловище уже почти не билось. Над ним медленно смыкалась примятая трава. «Рассказать кому? Не поверят», — чуть хрипловатым голосом сказал коломеец. 3 недели здесь живу. Сколько по степи мотался, о таком чудище не слышал. Заглотнуло бы, как и я, пельмень». Обменялись впечатлениями, и выяснилось, все слышали шипение и звук, словно волочили по земле что-то тяжелое. Все трое испытали схожие чувства. Вот только у Витьки Махова все было выражено гораздо слабее, и он этого странного паралича избежал, почему и выхватил из машины автомат, открыл пальбу. «Это ж она нас гипнотизировала, падла», — сказал он. «Как кобра птичку. Я где-то читал». «А на тебя, значит, гипноз не подействовал?» — хмыкнул коломеец. «А на меня никакая зараза не действует», — уже обычным своим беззаботным тоном отозвался Витька. «Разве что водка. Сейчас бы хряпнуть наркомовский. Да нету. Что делать будем, мужики? Может, в путь дорогу? Неохота что-то коротать время до рассвета рядом с этой тварью. А если поблизости еще одна такая охотится?» «Вряд ли», — подумав, сказал я. «Змеи стаями не ходят и парами не живут, в одиночку норовят. А это ж все-таки змея, хоть и громадная. Ну так что будем делать, старшой?» Я еще подумал и сказал. «Остаемся здесь до рассвета, а с рассветом выходим. Не стоит ночью по степи шляться. Хорошо, волки, а если банда? Змеюка все равно не укусит, она мертвее мертвого». Так и получилось. Остаток ночи мы провели у машины. Не очень приятно было торчать рядом с мертвой змеищей, из которой натекла большая лужа крови, достигшая машины, так что пришлось перебраться на несколько метров. Но это неприятность из тех, что можно легко пережить. Мертвые не кусаются. Подремать, правда, не удалось. Едва клонило в сон, навязчиво представлялась змеюга, только живая, со скаленной пастью. А едва небо посерело, и исчезли звезды, тронулись в путь. Шли быстрым шагом. Хотелось побыстрее убраться от того места, только раз ненадолго устроили привал-перекур. И часам к 5 вечера вышли к областному центру. Почему не взяли ни зубов, ни куска шкуры? Вы знаете, даже мысли такой не возникло. Мы, как-никак, не были учеными. У нас имелись совершенно другие побуждения. В первую очередь думали о своей службе, о нашем задании. Шла война. И в первую очередь все мысли были о ней. Да и откуда ученые в нашем областном центре, маленьком городишке, а посылать сообщения в Москву, вряд ли кто-то из начальства стал бы этим заниматься. Не та сложилась обстановка. Было не до того, ох, не до того». Первым делом мы, конечно, отправились к непосредственному начальнику, майору Мелешкину. Доложили по всем правилам о результатах поездки, ну а в конце рассказали о змеюге. Мелешкин покурил, подумал и сказал: «Да ну ее к чертовой матери, вашу змеюгу, не до нее сейчас, не о том надо думать, своих дел выше головы, обстановка на фронте сами знаете какая, да и немцы вот-вот прилетят, нужно встречать без хлеба и соли, но со всем прилежанием».
Будет свободное время, поговорите с Ардашовым. Что-то он такое вскользь упоминал». Машина так и осталась в степи. Мелешкин при нас позвонил в автобатальон, но оттуда ответили, что положение с запчастями у них аховое, и запасных стартеров нет вообще. Составили акт списания, на том дело и закончилось. Дела нас завертели до ночи. Вовсю готовились принять немцев и, забегая вперед, приняли в лучшем виде. Повязали их быстро и качественно, так что рыпнуться не успели. Но на следующий вечер, когда свободная минутка все же выдалась, путем солдатской смекалки раздобыли бутылку водки и пошли втроем к старшему лейтенанту Ардашеву. Он был местный, более того, родом из этих самых мест. Выслушал он нас без всякого удивления и рассказал под водочку, как обстоят дела с нашей змеюгой. Змей этот, сухопутная анаконда, местному населению знаком с незапамятных времен и зовется Аждахар. Никакое это не сказочное чудовище, по небу не летает, человеком не оборачивается, красавец, в отличие от нашего змея Горыныча, не крадет. Разве что способен воздействовать на человека чем-то вроде гипноза, но и это не сказочное, а вполне житейское обстоятельство. Известно же, я сам говорил, что читал про такое, кобры могут гипнотизировать птичек, и ничего сказочного в этом нет. Самая обычная змея, разве что громадная. Старики рассказывают, в стародавние времена, сотни лет назад, их попадалось много. Нападали не только на скот, но и на людей, явно считая их такой же добычей. Такой змеюге ничего не стоит заглотнуть и быка, и человека. Тогда же, в старинные времена, местные богатыри не раз ездили на них охотиться. Многим не везло, но рассказывают, что не так уж редко богатырь возвращался с ожерельем из зубов Аждахара и большим куском кожи, из которой делал чепрак под седло. Понятно, такие богатыри-змееборцы до конца жизни пользовались почетом и уважением, о них складывали песни, переходившие от поколения к поколению. Когда появилось и усовершенствовалось огнестрельное оружие, убивать Аждахара удавалось гораздо легче, и тех, кому это удавалось, уже не прославляли так, как стародавних богатырей, хотя уважением они, конечно, пользовались. Пастухи, охотники, табунщики и караванщики рассказывали, что Аждахар в последние 100 лет попадается крайне редко, хотя и встречается порой в самых необитаемых человеком местах. Почему об этом змеи не знают ученые? Потому что ученые в этих местах бывали редко, а те, что бывали, относились к рассказам об Аждахаре как к сказкам. Ни разу не удавалось предъявить им убедительные доказательства в виде тех же зубов или шкур. Со временем традиция брать трофеи как-то исчезла, да и богатыри, специально выходившие против змея, перевелись. А у простого степного народа нет такой привычки идти к ученым с доказательствами. Люди они простые. На жизнь смотрят очень практично, у них своих житейских забот хватает. Да и многие и представления не имеют, что такое Академия наук. Живут во многом так, как их предки жили 100 лет назад. А образованная трудами советской власти молодежь, она как раз смотрит на рассказы об Аждахаре, как на простые сказки. Многие из них в степи практически не бывают, оторвались немного, так сказать, от корней. Так что в Аждахара просто не верят. Ардашев рассказал еще, лет за 10 до революции его дядя застрелил Аждахара из винтовки, но не в этих местах, а чуть севернее, где много озер. И что? Он был не ученым, а обыкновенным табунщиком, вообще не слышавшим, что есть такие люди-ученые, и своих забот у него хватало выше головы, нужно было перегонять табуны на новые пастбища, кобылы жеребились. Выломал, правда, на память клык, но потом то ли потерял, то ли дети заиграли. Уже тогда ему многие не верили, и простые степняки, необразованные, считали, что Аждахар – сказка. Сам Ардашев так не считал, особенно после того, что мы рассказали. И что? Да ничего. Пошли воевать дальше. Историю эту я рассказывал редко, всякий раз вдалеке от этих мест. И мне никогда почти не верили, так что и рассказывать перестал. По-моему, зря не верили. Потом уже, лет через 20 после войны, прочитал я парочку книг о разных неизвестных животных. В некоторых тоже очень долго не верили, а потом они попадались ученым или охотникам. Так вот, в одной книге написано, давным-давно, с 1000 лет назад, почти в этих самых местах, на Волге, побывал арабский путешественник. Ему многие рассказывали и о гигантской змее, что тут водится, и о богатырях, которые ездили с ней драться. Араб вроде бы был человеком серьезным и байки в свою книгу не собирал.
А, собственно, что в этом Аждахаре необычного? Всего-навсего змея, только очень большая, и жила не в тропиках, а в степи. Пропитания ей хватило бы, там пасутся отары овец, табуны лошадей. Такая зверюга может спокойно и лошадь одолеть. А севернее на озерах очень много птиц. Весной прилетают с юга видеть гнезда и нагуливают жирок для зимних перелетов. К тому же все эти удавы-анаконды, как о них пишут, могут очень долго не есть. Набьют брюхо и долго переваривают добычу. Зимует он, надо полагать, зарывшись в землю, как делают обыкновенные змеи нормальных размеров. И что они помаленьку исчезли? Ничего удивительного. Огнестрельное оружие – вещь серьезная. Это вам не сабля и не лук со стрелами. И далеко не все люди их гипнозу поддаются. Взять хотя бы Витьку Махова. Вспоминали мы потом эту историю. Так вот, Витька, в отличие от нас, ничего такого не почувствовал. Потому и смог, пока мы сидели будто парализованные, Аждахара пристрелить. Так наверняка их со временем и повыбили. Может быть, Витька вообще убил последнего. Ну вот не взяли мы зубов и шкуры, кусок не срезали. Что поделать? Тогда мы об этом совершенно не думали. Шла война, и все мысли были о ней. Что еще? Я не сомневаюсь, что мертвую змеюгу растащило по кусочкам зверье. У степных волков повадки известные. Не то что сожрут все, что мясом пахнет. Кости зубами в муку перетрут и проглотят. Так что не осталось никакого скелета, на который бы потом могли случайно наткнуться люди. Они и раньше не натыкались. Об Аждахаре рассказывают с незапамятных времен, а вот рассказов о костях дракона нет вообще. По крайней мере, Эрдашев ни о чем подобном не упоминал. И знаете что? Я с большим уважением отношусь к тем стародавним богатырям, что ездили драться со змеями. Если подумать, нет ничего героического в том, чтобы разнести Аждахару башку в клочки и одной очередью на весь диск. Оружейная техника 20 века. А вот выйти на такую змеищу с копьем и сабелькой – совсем другое дело. Нешуточную храбрость надо иметь. Уважаю.